Приветствую тебя! Это обзор от Mob.ua, и я Трэш. Отгадай загадку, какие сейчас самые популярные монстры в игровой индустрии? Правильно, зомби. Мода на этих милых созданий уже прочно вошла в массовую культуру, поскольку, как известно, человек человеку волк, а зомби зомби зомби. Как раз о них мы сегодня и поговорим. Итак, твоему вниманию представляется раннер Zombie After Me, слэшер раннер Nuna Tak Run and Gun и RPG слэшер Twin Blades. Первый в очереди Zombies After Me. Разработчики данной игры, недолго думая, решили не заморачиваться поиском оригинальных идей и скрестили раннер вместе с зомби. А в итоге мы получили посредственный раннер с непонятно зачем вставленными зомби. Дохляки представляют собой очередную преграду, от которой необходимо уворачиваться. И не более того. Даже возможность стрельбы на ходу нагоняет тоску. Ведь зомби в играх для того и существуют, чтобы мочить их пачками. А здесь этого нет. И это печально. Но с этим отлично справляется кровавый слэшер-раннер Nuna Tak Run and Gun. Игра является продолжением недавно вышедшего аркадного шутера Nuna Tak, повествующего о похождениях четырех убойных монашек, которые борются со злом. С оружием наперевес святые сестры по ходу игры отстреливают чудовищное порождение своей падшей во грехах сестры. Так же, как и первая часть, Run and Gun является совершенно отвязной игрой с оригинальной, эдакой тарантиновской атмосферой и динамичным геймплеем. Выбрав одну из героин, ты сможешь отправиться в головокружительный забег сквозь темные миры, попутно очищая их от легиона нечисти, вроде оборотней, зомби и вампиров. Стоит отметить, что каждый из персонажей обладает своими уникальными навыками и оружием, которое ты сможешь прокачать по ходу игры. А вообще, сексуальные монашки, противостоящие монстрам, это довольно-таки интересная и приятная идея, решили разработчики нашего последнего гостя. В RPG-слэшере Twin Blades тебе предстоит взять под управление няшную сестру Анжелику, чтобы очистить ее город и окрестности от полчищ восставших из могил зомби. Изначально в арсенале нашей леди будет только коса для красочной рубки врагов и пистолет, работающий на энергии маны. Со временем оружие и показатели самой Анжелики можно будет прокачать такими полезными перками, как поджигание или заморозка. Замечу, что улучшение создает настоятель монастыря отец Рикардо. И делает он это не за монетки, как во всех нормальных играх, а за сердца убитых зомби. Зачем они ему? Загадка. Ест он их, что ли? Кроме того, Twin Blades порадует тебя сочной рисованной графикой в духе аниме, сражениями с огромными боссами, да и фигурное шинкование безмозглых зомбаков тоже принесет немало веселья. Но не стоит недооценивать врага. По ходу игры местная нежить берет пример у своих коллег из Plants vs. Zombies и обзаводится головными уборами, вроде кастрюль и сковородок. Что тут скажешь, эволюция не стоит на месте, даже у зомби. На этом все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До новых встреч!